что значит высокие температуры для кукурузы? Во-первых, выполненность по початкам у него самая лучшая на данный момент. И это вот при таких жестоких условиях по засухе. Сильнейшая засуха Краснодарского края не оставляет никаких шансов кукурузе на то, чтобы реализовать свой потенциал. Друзья, всем привет! Вы на канале ProAgro, меня зовут Артем. И сегодняшний выпуск будет посвящен оценке промежуточных результатов посевов кукурузы на демоопыты. У нас более 3 месяцев не было хороших таких дождей. В принципе, без разницы, сколько здесь сейчас выпало осадков, их не было, по сути. Вот. И таким образом, данное растение испытывает сильнейший стресс. Я вам сейчас покажу состояние этих растений, початки. Ну вот, как можете видеть, я даже чуть выше, чем эти растения. Хотя, не помню я таких годов, чтобы я был выше кукурузы. Как правило, она по 2-3 метра с учетом метелки. Ну, в общем, что есть, то есть. Надо зафиксировать данный момент и надеяться, что больше я ее садить, наверное, не буду. Набираемся смелости для того, чтобы оценить состояние, потому что, ну, виды кукурузы не очень. И начну обзор с самых ранних. По посевам это ДКС-4178, который мы сеяли 10 апреля, и гибрид от КВС, называется Акустика. Итак, давайте начнем обзор с гибрида ДКС-4178. Я вам сейчас буду показывать гибриды в том порядке, в котором мы их сеяли. Сев ДКС-а у нас был 10 апреля. Мы думали, что это в сроке. На самом деле это все-таки поздновато. Что я здесь отмечаю? Первое. Посмотрите трещины. Но должен сказать, что где-то 2-3 недели назад эти трещины были намного страшнее. Они сейчас-то не особо красивые и привлекательные. Но вот, допустим, что я увидел. Вырывая сорное растение гума, я вижу, что здесь есть влага. Все-таки здесь какой-то дождик пробежался такой шальной, видите? Поэтому трещины немного затянулись, засыпались. И что? Может быть, вот этому растению или этому початку что-то там достанется. Хотя зерна уже сформированы, количество рядов уже заложено. Не стоит ожидать превращения данного початка. Но зато вот есть вот такие вот экземпляры. Посмотрите. Не везде, друзья. Конечно же, не везде. 4178 может быть даже вот таким. Это раз. Да? Далее пошли. Следующее растение заложило початок вот такого вот плана. Видите, неопыленность какая сильнейшая была. Так, здесь так. Здесь и того меньше. Видите? Тут, наверное, спалец. Здесь сброшенные, так сказать, уже не выполненные семена. Это тоже я разрывал. Вот видите, что значит высокие температуры для кукурузы. Переехал на другую часть поля, зашел, и здесь ситуация получше. Во-первых, вижу не такие страшные трещины. Здесь есть, но не там, где растет кукуруза. Здесь початки чуть-чуть получше. И они встречаются почаще. Да, бывают такие же мелкие, как я их называю, пистоны. Вот, например. Даже смотреть его не хочу. Вот. А здесь вот такого вот образца есть початки. Такие, такие. Вот такие вот. Ну и, соответственно, вот не без этого, конечно. Сохнет друг дальше. Вот. И чуть-чуть повыше растения. Они чуть насыщеннее, зеленее. И початок здесь поинтереснее. Ну, вот она, разница, так сказать, с первым сюжетом выглядит так. Есть и такие початки. Гибрид Микси от компании Рожете. Что здесь я замечаю? Растения также невысокие, но початки имеются. В общем-то,
Здесь они повреждены совкой, не до конца опыленные. Давайте покажу вам дальше. Вот такие вот встречаются. Такие вот тоже не очень большие. Да, совка присутствует в этом году. Мало того, что засуха, еще и насекомые дают черки. Вот, здесь даже два початка. Вот этот к успеху шел точно, но не дошел. Вот такой початок. Растения, повторяю, невысокие, но початок свой успели заложить. То есть, что это говорит? Возможно, FAO-280 и неплох к тем условиям, которые у нас вот сложились в этом году. Сильнейший засух. Вот здесь есть, надо и это тоже показать, видите, какие-то растения вообще не успели, но это уже к сроку, я бы так отнес, это уже к подготовке почвы, я бы сказал, возможно, здесь была почва слегка подвысушена, это у нас другое поле, трещин здесь поменьше, да, они не такие страшные, но вот почему-то некоторые растения у миксии до конца не сформировались и не смогли дойти до того, до той стадии, чтобы сформировать початок. Но опять же, друзья, ну вообще не было дождей. Посмотрите, что-то да есть. Интересно. Поэтому ставим многоточие по этому гибриду. Посмотрим, что покажет комбайн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тоже 14. У ДКС встречалось и 16. У Микси 14, но Микси встречается чаще по початкам. Некоторые фермерские хозяйства говорят, ну и что, что у кукурузы этот год тяжело сложился. Зато следующий будет лучше, или люди посеют кукурузы меньше, соответственно, ожидается цена. Ну, я немного скептически к этому отношусь. Все-таки Краснодарский край для кукурузы довольно-таки сложный регион, засушливый, и вот такой погоды здесь бывает очень мало. Ладно, посмотрим. Как думаете, чем заменить кукурузу в структуре севооборота? Пишите в комментариях, а я пошел дальше. Это гибрид КСС-5290. Ему намного тяжелее сейчас приходится, чем Микси. Вы видите, что пистонов здесь больше, чем початков. Такая вот картина. Здесь вообще даже не успели сформировать ничего. Есть и такие початки. Опять же, имеется неопыление. Опять же, повреждение совкой. Опять же, кое-где имеются трещины, что свидетельствует о том, что было крайне сухо. Но трещин все равно поменьше, чем на поле с ДКС. Такие початки. Такие. Они меньше. Даже в сравнении с Микси. Вот здесь вот так. ФАО у данного гибрида 290, судя даже из названия. Вот такая вот ситуация. Перемещаемся на делянку гибрида Алексей от компании Rushed ФАО 310. Что я хочу отметить? Во-первых, выполненность по початкам у него самая лучшая на данный момент. И это вот при таких жестоких условиях по засухе. Растения будут у него чуть повыше, чем у КСС и у Микси. Но что я заметил, там, где растение смогло сформировать початок, он лидирует вот по своему виду, допустим, преобладает над КСС. Ну и, в принципе, составил бы конкуренцию Микси за счет того, что он более опыленный. Но там, где Алексей не смог сформировать вообще ничего, очень много вот таких вот растений пустых. Пробелов, вот допустим, есть, тут нету, там что-то вообще растение погибло, здесь ничего он не смог сформировать, ничего, здесь вот такая вот ситуация, там где он смог, початки имеются, более-менее, ну опять же, разные встречаются, у Алексея просто вот разный калибр имеется по початкам. Вот здесь вот я оставил, да, початок. Здесь у него заложено 16 рядов у гибрида Алексей. Пойдемте дальше. Давайте еще пару фрагментов.
Вот такие вот початки у Алексея. Разные встречаются. Есть побольше, есть поменьше. Опять же, не берусь вообще даже прогнозировать, что здесь за урожай мы получим. Так как, что называется, то густо, то пусто. А это у нас гибрид акустика от компании КВС. И давайте его оценим. Посмотрите, в среднем початки выглядят вот таким вот образом. Данный гибрид наиболее получился неопыленный. Видите, здесь есть вообще вдоль всего початка такие ряды, которые вообще никак не опылились. И мало того, что некоторые не опылены, но он еще и самый маленький по сравнению со всеми другими гибридами. Такая вот красота. Гибрид акустика КВС. Да, растения выглядят позеленее за счет того, что ФАО самый наиболее поздний из всех опытов. Ну, из всех гибридов, которые мы посеяли. Но он не справляется с этой кубанской тяжелой засухой. Посмотрите, что происходит. Вот. И опять же, видите, прослеживается. Ладно бы мне один початок попался, а здесь вот целая линия. Вот такой початок — это большая редкость у КВС. В основном они вот такие вот, вот такие. Даже разворачивать их не хочу. Они вот такие вот окажутся. Вот такие. Вот, поэтому... Тридцатку, если насыпет, но это будет для него счастье, я думаю. Для меня, скорее всего, а не для него. Ему-то все равно. Видите, прослеживается везде одна и та же тенденция. Некоторые ряды вообще у него не выполнены. Так что, скорее всего, КВС покажет наименьший результат из всех гибридов.